Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Триває тиждень захисту тварин. Як допомагають братам нашим меншим у Дніпрі, сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» волонтерка та кінолог Олена Мосійчук. А разом з нею чарівна, ще одна наша гостя, яка вже встигла завоювати шанувальників, чудова Айріс. Айріс, ми тебе теж вітаємо у нашому прес-центрі. Олено, хочу взагалі поговорити. От як допомагати тваринам у Дніпрі безпритульним собачкам, котикам, тому що дійсно це така проблема, яка, я думаю, на мою думку і на думку наших глядачів, є доволі розповсюдженою. У нас є в Дніпропетровській області, буду говорити на русском, не так уж суржиком не говорити, самый большой приют для диких животных, где находится более 300 собак. Это и щенки, и взрослые собаки. И зачастую, если вдруг я нахожу тяжелых собак, которые там нуждаются в медицинской помощи, сначала отвожу в ветклинику, а потом уже я не могу их оставить на улице, потому что, к сожалению, у нас развелось по Украине слишком много духхантеров, которые травят животных. Если их выпускать обратно на улицу, то может машина задавить, отравить, поэтому я их отвожу в приют. Большая часть моих подопечных находится на платной передержке. Я нахожу людей, которые предоставляют там временную передержку, ищу животных. Лично я занимаюсь тем, что помогаю социализировать тяжелые породы. Породы, которые желтой прессой названы убийцами, там, бойцовскими породами и тому подобное. И показываю людям, что взяв взрослую собаку, вот как Айрис, да, она тоже была выброшена на улицу, не социализирована. Я ее взяла, за год я ее перевоспитала, она занимается с детками-аутистами и ДЦП. Спокойная, самая адекватная вообще, и показываю, что взяв взрослую собаку с улицы, независимо породистая это или дворняжка, можно воспитать, вложить в нее силы, любовь и наслаждаться очень верным компаньоном в своей семье, потому что у меня есть ребенок, и он вот с самого рождения живет, вот куча у нас собак. Не обязательно быть богатым, не обязательно зарабатывать много денег для того, чтобы покормить зимой бездомную собаку. Не обязательно иметь там трехкомнатную квартиру для того, чтобы забрать хотя бы временно на передержку щенка с улицы. Я всю жизнь прожила в однокомнатной квартире, и вот сколько помню, столько у нас было куча собак на передержке, которым я находила дом. Многие считают, что покормить собаку, которая сидит на помойке, это стыдно, это фу, это ну как-то вот неправильно. Так же, как, знаете, там бабушек каких-то бездомных обходят стороной. И, наверное, чем больше у нас в школах будут проводиться какие-то мероприятия для детей совместно с животными, показывая, что это круто, это вот во всем мире, это действительно круто, и если ты помогаешь животным, то это там первый этап к поступлению, например, в институт, вот как в США или в Канаде, что обижать их не стоит, они же не могут себя защитить, и собака, как и паук, она укусит только, если ей будет больно. Поэтому это надо развивать вот на уровне вот детей, подростков. До речі, ви от зазначили, дуже часто чую таку інформацію, що собаки займаються з дітками, допомагають їм. Розкажіть, як це відбувається і як може чотирилапий друг допомогти діткам? Зоотерапія у нас в Україні не розвита. За границей зоотерапія – це перша психологічна допомога для взрослих і дітей, для воєнних, особливо для дітей і жінок, які пострадали від сімейного насилля. Да? Тобто, во-первых, вони успокоюють нерви. Когда, например, ребенок гиперактивный, у него есть проблемы там, с психикой, и когда появляется животное, которое заставляет его сосредоточиться, там, даже взять тот же мячик, кинуть, да, собаке, когда собака видит другое отношение к себе, или взять даже козлик, да, вот как в Пегас привозят деток и показывают, что вот козлики вот друг с другом делятся, также и собаки. Для деток, например, аутистов и ДЦП, у них сложности, да, с развитием опорно-двигательного аппарата, с речью, животные помогают своим поведением.
То есть собака научена принести мячик, принести водичку, бутылочку, например, если упала. Их обучают водить ребенка, например, делают специальные там такие шлейи с ручкой и помогают ребеночек ходит с собакой. Ему намного интереснее, он быстрее развивается, нежели мамочка будет водить там за руку ребенка и говорить там, что делать. Поэтому как-то у человека мозг по-другому работает, когда находится с животными, более становишься спокойным і учишся ответственності. Дякую. Ви коли відповідали на перше запитання, ви сказали, що дійсно багато людей, ну от на превеликий жаль, обходять стороною безпритульних тваринок, вважають, що нічого зробити самостійно неможливо, але це насправді не так, ми розуміємо. І все ж таки, от дуже часто людина не знає, куди їй звернутися, вона хоче допомогти, але от не знає, куди їй піти, якась, можливо, є інструкція, якісь поради від вас, що зробити, от як людині, яка вперше вирішила допомогти безпритульній тварині. Ну, у всех есть мобильные телефоны и интернет. Всегда можно, например, даже ввести передержку. На Олексе очень много предлагают передержки, начиная от 30 гривен там, и 100 гривен за сутки. Хотя бы оставить собаку на двое суток там, либо в клинику. В любой ветеринарной клинике всегда есть одно-два места, куда ну, принимают животного, и можно заплатить за передержку. Придя домой, в интернете можно найти, есть много приютов, к которым можно обратиться. Ну, как бы, у нас есть так званый зооконтроль, но они забирают собак, например, бездомных. Они их клеймуют и обратно выпускают на улицу. Они дальше на улице бродят. Задача волонтеров не стерилизовать собаку и выпустить на улицу, а задача найти семью, которая будет опекаться этим животным, и животное не останется на улице и не будет дальше питаться по помойкам и искать себе верную смерть под колесами автомобилей. Поэтому есть много приютов, есть много волонтеров. Очень много у нас в Днепропетровске есть групп волонтеров и в Вайбере, и в Фейсбуке, где люди скидывают, например, там нашли собаку, фотографию, район, и найдутся волонтеры, которые даже ночью, бросив все, приедут и заберут с района собаку, и найдут и место ей, и ветклинику. Поэтому главное желание. Многим просто лень. Многие думают, что бегающая стая на улице, которая лает на прохожего, их укусит. Нет, они просто защищают территорию. Возможно, там где-то есть щенок, а возможно, от страха, потому что многие идут и камни бросают в них. Поэтому ну, в интернете все есть. Ну, у нас тысячи просто волонтеров в городе, которые готовы помочь. У нас вот за пару дней собакопад был в один день. Я утром просто вышла с собакой погулять на районе и пришлось забрать девочку-лабрадора с щенком новорожденным. Две недели назад у нас просто тоже, вот откуда ни возьмись, просто взялся щенок питбуля, да, которого вот надо было спасать, потому что его хотели застрелить. Просто вот ради прикола. И у меня муж не миллионер, у меня только муж работает, и мы нашли передержку, и собаки у нас на передержке. У нас есть Алабай, щенок, от которого отказались хозяева, у которого были деформированы лапы. Потребовалось $2000 только на операцию. Я молчу уже за каждый день там нахождения. Кинули клич по волонтерам, скинули с деньгами люди, мы сделали операцию, сейчас собака восстанавливается, и постепенно мы будем искать ему хозяев. Главное – желание. А знаете, как говорят, Бог дав дитину, Бог дав и до дитини. Так и с собаками. Там, где одна, там и две, а у нас уже пять дома. Скажіть, а з якими взагалі проблемами стикаються власники собак? Я, наприклад, сьогодні від вас вже зранку почула, що собак потрібно страхувати і зробити це в Україні і безпосередньо в Дніпрі дуже важко. Навіщо, наприклад, страхувати собак і чи дійсно це так складно зробити? У нас написан глупий закон людьми, які, там, наприклад, где-то вивчились на юриста, но ни разу не прочитали ни одной книги про собак, как разводить собак, про селекцию собак и тому подобное. Поэтому все собаки, которые больше 5 килограмм у нас в стране, считаются особо опасными. Даже французский бульдог, вот эти хрюкающие маленькие существа, не считаются уже опасными вот для общества. Поэтому уже 16 лет действует закон. В принципе, это правильно. В Европе точно так же, как бы ты страхуешь свое животное и в первую очередь окружающих. Например, если моя амебная ретривер где-то, не знаю, там, будет бежать и своей толстой головой ударит бампер автомобиля и сломает.
то страховка, которая у меня есть на собаку, позволит оплатить, и человек, это как автомобиль застраховать, будет понимать, что я как бы за нанесенный ущерб оплачу. Точно так же и за укусы. Как бы по закону, если моя собака укусила человека, обязаны изъять и, к сожалению, усыпить. И неважно, социализировано, неважно, какая ситуация произошла, бил человек собаку или нет. Главное, что она укусила, и все. То есть закон у нас собаку не защищает. Страховка защитит в первую очередь мою собаку. Если, не дай бог, на нее нападет там чужая собака и в драке хозяин другой, да, возьмет мою собаку, она случайно его укусит, мою собаку не заберут и не успят. У меня есть страховка, я оплачиваю нанесенный ущерб, все, и собака остается со мной. Я в первую очередь страхую свою собаку. Стоит это всего лишь 51 гривну, поэтому у нас куча собак, и мы можем себе позволить там выделить там тех 300 гривен, застраховать всех и быть спокойными, что, идя по улице, к нам не подойдут и не скажут, что у меня собака-убийца, например, мой питбуль, да, заберите, усыпите его. А як с приводу регистрации тварин? Зараз виникают проблемы с этим? По поводу страховки, я нашла страховую компанию, которая готова страховать собак. Это, конечно, сложно, это просто такой квест, ну, но нашла. Кто ищет, тот всегда найдет. У меня все собаки, всех, которых я забрала, я им сделала документы, я им сделала паспорта, у них есть государственные ветпаспорта, они чипированы, все как по закону, остался вот последний вот этот момент страхования собаки, и все. И вот у нас уже полностью весь пакет, который позволяет нам спокойно существовать в обществе людей. Окрім того, що ви волонтер, ми зазначили, що ви кінолог, дуже цікава професія, але я думаю, що багато хто до кінця не розуміє, чим займаються кінологи. Розкажіть, будь ласка, трішечки от про аспекти своєї роботи. Я більше кінолог-зоопсихолог. Я поставила себе цель, я выучилась на кинолога, но я поставила себе цель не дрессировать служебных собак на работу, там, например, где-то в ЗСУ там, или там, в спецназе. Я поставила себе задачу, чтобы домашних собак меньше оказывались на улице. Почему зоопсихолог? Я помогаю в первую очередь хозяевам понять свое животное и найти взаимопонимание, и обучить собаку жить в семье, потому что зачастую идет проблема от хозяев, а не от собаки. Собака не рождается злая, собака не рождается агрессивная, собака не рождается тупой либо умной. Это как ребенок, они постепенно обучаются. И я помогаю хозяину в первую очередь понять свою собаку, потому что многие хотят купить собаку, например, гончую, но они не понимают, что это за порода. Все думают, что в квартире ей будет супер классно жить. Но забывают о том, что это активная собака, ей нужно заниматься. И чихуахуа, они тоже кусаются. Шпице – это аборигенная собака, которая существует, наверное, столько, сколько существует человек. Ими тоже нужно заниматься. Поэтому моя задача – научить человека сосуществовать со своим питомцем, чтобы их меньше находилось на улице. И очень много сейчас обращаются людей, которые упустили момент воспитания определенных пород, таких тяжелых, и месяц-два, и люди довольны, говорят, блин, 4 года работали с собакой, не могли понять, а тут раз, и поняли все нюансы живого существа. А чи є якийсь там конкретний вік, можливо, для кожної породи він різниця, з якого періоду треба починати займатися з собакою? Вообще любую собаку, любое животное, которое вы берете, с 3 месяцев уже можно заниматься. Сидеть, лежать, место, ко мне. Но если вы взяли даже с приюта собаку, которая была не социализирована, которая не была воспитана, приложив усилия, можно воспитать. Даже дворняжку. Вот я езжу в приют к девчонкам в Пегас, да, у них больше 300 собак. И я занимаюсь с собаками, которые не имеют какой-то определенной породы. И они настолько умные, они настолько красивые, что среди породистых даже не найдешь таких красавцев. В любом возрасте можно, даже если вы упустили момент. Но желательно, если берете щенка, то уже с 3 месяцев. А на своей особистой практике вы можете повести, кто слухняніший, хлопчик или девчатка? У них, знаете, и у девочек, и у мальчиков, когда идет половое созревание, у них есть такой период затычки в ушах. Они все становятся такие, типа, я ничего не слышу, как подростки.
Но у мальчиков, конечно, более сложнее, если они не стерилизованы, у них идет половое созревание, весна, запахи, как бы с ними чуть-чуть потом сложнее, потому что все-таки характер у мальчиков, так, в принципе, как и у людей, бывают посложнее. Хотя бывают и темпераментные девки, с которыми очень сложно справиться. Но я всегда говорю, что даже смерть не оправдание, и всегда найдется выход из положения. Главное усилие. А можливо, ви можете розкрити якусь, не знаю, таємницю чи правило якось знайти таку спільну мову з тваринкою, якщо все ж таки ви вийшли там завести собаку, можливо, у когось це кішка, і все ж таки, як правильно спілкуватися з ним? Любов. Только любов і взаємодія совместно. Криками ви нічого не доб'єтесь, а бити животне, то ли кошку, то ли собаку, тоже бесполезно, потому что это живое существо, которое в определенный момент испугается и поставит защитные барьеры. Это как и с людьми. Любовь и ласка. У нас вот наш пример Рэй Питбуль, которому 4 года, у которого было очень много страхов, который был в полном неадеквате. И мы долго сидели с мужем и думали, какой именно подход к нему найти, потому что в кинологии, например, нормальный подход – это взять строгач ошейник, да, колючий, одеть там электроошейник, электрошок, там, либо даже специальной штукой бить собаку, но благодаря любви и заботе у нас собака просто моментально перевоплотилась. И вот с неадекватного он стал просто огромным котом, который любит спать на ручках. Любовь, главное любовь, во всем смысле. Попугайчик это, козочка, собака, либо коты. Котов тоже, кстати, можно дрессировать. Они замечательно понимают сидеть, лежать и всякие команды. Просто нужно понимать и знать. А як правильно ось цей баланс витримати, щоб все ж таки залишатися господарем, але бути і другом для собаки? Вот для этого и существуют кинологи и зоопсихологи, люди, которые знают, как правильно научить человека. Это на самом деле недорого стоит. Мы, например, предоставляем свои услуги людям, которые берут из приюта животных бесплатно. Поэтому у нас 24/7 постоянно телефон на разрыве в онлайн-режиме. Даже мы спасаем животных с Турции, питбулей. И с нами девочки, которые в Турции, на связи, мы в онлайн-режиме показываем и рассказываем, что им делать бесплатно, потому что все животные, которые идут с приюта в семью, мы помогаем бесплатно. Книги. Очень много есть книг. Главное не вот этот вот интернет и ужасные там статьи, страшилки, где, не знаю, там щенок загрыз там кого-то как-то. Нужно найти просто правильную информацию, научных очень много статей, как бы подготовиться. Если, допустим, хотят взять щенка определенной породы, нужно почитать, что это за порода, какие есть нюансы в ней, чем она питается, потому что очень много животных аллергиков, например, и аллергия тоже воздействует на психику собаки. Поэтому, читать, главное читать. Многие что, мне понравилась собачка, я возьму хаски. А потом заберите хаску, он ест у меня подушки. Мне нравится питбуль, заберите, потому что он кусает котов. А все почему? Потому что вы не знаете породу, и вы упустили просто вот этот вот момент воспитания. Это как с детьми тоже. Вот у меня сын, да, я всегда ему пытаюсь быть другом, но я понимаю, что я и мамой должна быть. Я и должна быть строгой. И вот эту грань нужно соблюдать. Дякую за відповідь, будь ласка, за питання. А скажите, сколько времени уходит на социализацию собаки, которую мы берем, и от чего это зависит? Я так понимаю, со всеми по-разному происходит этот процесс? Да, все верно. Зависит от того, с каких условий, допустим, она попала в приют или к вам, например, с улицы. Били ли ее, либо она просто голодала. Потому что если собака голодала, например, она будет постоянно у вас есть все, даже пакетики. Если ее били, она будет зашугана, она не сможет ходить на поводке. А иногда бывают слишком залюбленные собаки, которые могут себе позволить просто все в доме, то есть и пописать, где захотел, и покакать, как бы все зависит действительно от условий. Самый сложный случай вот на моей личной практике, это наш питбуль, который у нас уже год, и мы год с ним работаем. То есть вот ежедневные тренировки, ежедневные с ним занятия, год. Это вот такой самый-самый сложный в моей практике вот случай, это вот как раз тот, который живет с нами дома. Зачастую больше вот легко. Вот сложно работать, когда в приюте очень много животных, и они отвлекают от работы.
Поэтому, конечно же, хотелось бы найти там спонсоров, чтобы, да, построили какой-то отдельный, вот как за границей из приютов, домик, в который я могла бы забирать собаку и социализировать ее, что вот, например, можно жить в доме и отдельно заниматься, чтобы другие собаки не мешали. Потому что всех в квартиру с приюта не заберешь. А когда ты в приют приезжаешь, то со всеми ты можешь за день 5-6 собак, например, поработать. По 15 минут с каждой за неделю уже 5 собак у вас социализированных. Это, ну, огромный успех, потому что есть люди, которые готовы брать, но уже подготовленную собаку, потому что у них нет времени. Но, к сожалению, пока нет условий. Дякую вам за відповіді, дуже дякую за спілкування, цікаве, корисне, окремо подяка нашій гості Айріс, яка була дуже слухняною та чарівною. Сьогодні говорили про захист тварин, приурочена прес-конференція до тижня захисту тварин, обов'язково прислухайтесь до порад нашої сьогоднішньої гості, волонтерка та кінолог Олена Мосійчук. Ще раз дякуємо вам. Ну а з вами ми прощаємося, з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.